всем привет! Я опять с вами! Помните, когда я могу поставить вместе? Я решил продолжить. Продолжаем. И наш огонек чуть-чуть что налить. Только лишь кто первый поставит. За 3 секунды лайк, кто может победить любого босса. Не видишь? Посмотри. Раз, два, три! Лайк поставил, друг. Молодец. Ты уровень бог. Смотри, нам дали суперсилу. Молодец. А нам надо лучше солдат. Ты уйдешь от солдата? Вот он. Супер! Крылья! Они вообще есть! Я свобода! Бог сражений! Проснулся во мне! Вот, вот эта черта, которую вы заметили, это уровень бог. Я тебя понимаю. Ты даже я суперкара. Кто от меня? Да я не могу, я просто чем. И видите, я убиваю. Я возрастает эта штука. Да. Но я могу его отличить. Я не говорю. Да, вау. Видите, я нашел ее. Меня просто сохранил. Максита какой. Ты научили стрелять, Джейн! Так, круто. Нам дают выход. Вот это бочки. Они нам нужны, чтобы покрыть. Помните эту дверь, да? Я помню. Иначе я буду скоро-скоро сражение. И мы узнаем, кто такой бог сражений. Но для этого я хочу детскую встречу на скоро. И я хочу прокачать тебе за твое здоровье еще. У меня будет крутой костюм. Видно, да? Крутой костюмчик. Я хочу за него играть. Я хочу, потому что я буду играть только какая-то концепция. Такое. И как мне нажимать сюда? Как спросить эту ктулу, которая только могла бы мне пригодиться потом? Без ломика это, да? Я не могу использовать то! Нет! Ну все, я использую то! И покажу чем чемпиона! Я просто чемпион! Все равно, я не люблю как-то его. На, удар головой. Хаааа. Один, да, дорогие, да, не для простых. Это сила бесконечности. Оу. Ты победишь мир героя. Не так это уже быстро, Том. Видите, что такое нокаут? А пока что такое нокаут. Ну ладно. Какой-то мне хочется тигра. Видите, здесь плюсы и минусы. Маленький такой здоровый, корзиновый спритик. А, стамина. Дебасор. Надо дамаг. Это дамаг. Короче, самый лучший это ты. Для меня. Не только ты кукуркаешься, ты просто божественный. Короче, мы идем. На. Я успею! Такси уехала, я не могу. Хе-хе. Ну, призовите такси. О, такси. Такси, давай, поехали вместе. Че так меня забыли? Вот так. Вау. Вау. Ну что? Это новая карта? Вообще-то мы должны были сюда, но мы еще уже идем. Кладики, здорово, братаны, на! Здорово, братаны. Пойдем. Что? А здесь кто такие? Рыбки? Я ненавижу рыбок! Вы же знаете! Я ненавижу их! Не могу, больно! Ты даже в перерывках дрался! Это слишком! На, нафиг! Я тут пока
специально тебя у ворота. И одновременно не наблюдать на этих рыбках. Ну ладно, ты кто такой? Я понял, ты уровень мастер. Ну да, мастер. 5. Я самый крутой. Чья? Никаких номеров они больше не дела. Нет, бежим. О, я могу крышевинки какая-нибудь. Пошел. Пошли. О, как ты их. Треби ее даже сильно, чем надо. Мы бежим. Мы идем. Вот он, вот. А тут вот, вот ломаться. Я тоже. Смотрите, вот она, короче, я вам про гонору говорю, а я ему говорю, я! Это хороший раз, кто здесь, даже я же против! Это поначалу, кия! Кия! Я помню, что когда-то упала. Ой-ой-ой, не забыл. Ладно, надо бы привыкнуть. Здравствуй, курочка, мне не нужно тебе подсказки. Вот она, вот она дверь, которая ему надо открыть, потому что там надо пройти. Я бываю. Да, вышли. Кажется, сейчас будет переломный момент! Ничего себе, здесь сосулька упала! Я прыгаю! Ой! А налево! Ой! Все, ничего сложного здесь даже не было. Понятно? О, ну наконец-таки, пробуждение силы. Я бог, я просто бог. Так, нет никакого брата, почему у нас нету скина вот этого самого главного злодея? Самого главного. Очень мне не нравится. О, я готов это все исправить. Вот это добивание. Мы поехали. Ладно, мы поехали. Ну что, мы сейчас поплыли, да? Так. Кстати, надо было тут еще вот это вот. Это довольно непросто. Выходит, я типа мастер. Но я бог, как бы, я бог. Бог. Кажется, пора использовать утуп. Сила! Я, кажется, понял. Я сам уровень мастер. Мастер. Я вроде бог, но меня избивают, как торпеду, но я не позволю. Меня оскорбляли. И до свидания. Сохрани немного ультики. Да ее все-таки сохранить, я сама не нужна. Вах! Бог! Понятно, кто здесь бог? Эй, не надо! Парень, не надо меня избивать, больно! Не надо, парень! А сейчас тебя издевал! А, я понял, он, наверное, ошибся. А, да, забыл, что пиндяку взять. Парень, зачем меня стреляли? Парень, зачем меня стрелял? Объясни мне, а, ты спал. Ты не понял, что я плохой.
Он сейчас его задолбану этим пистолетом. Так, что мне здесь есть? Покупим. О, максимум. Вот это что-то покупаем. Пау. Ладно, пошли. А что дальше? Мы узнаем в следующем видео. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за лайки и всем пока.